У жителя Крыма изъяли более 50 пакетиков с веществом белого цвета. Он готовил к продаже поваренную соль под видом синтетических наркотиков. Правоохранители обнаружили подозрительного водителя, который припарковался в одном из пригородных поселков Ялты. В его машине было найдено 60 пакетиков с веществом белого цвета. Как выяснила дальнейшая экспертиза, в нескольких пакетах содержались наркотики, так называемые соли, а также психотроп амфетамин. По словам мужчины, они предназначались для личного употребления. Остальные пакетики наркосбытчик наполнил обычной поваренной солью. Ее и планировал продавать своим клиентам под видом наркотика. Мужчина арестован, ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.